в штате Орегон есть замечательный маленький городок на берегу океана. Называется Кэнон Бич. Здесь замечательный песчаный пляж и знаменитая скала под названием Сток. Хейсток Рок. Ну, виды океана без комментариев. Это популярный туристический курорт, находится очень близко к Портленду, самый большой город штата Орегон. И, конечно, сюда приезжает много портландцев на выходные для отдыха. Очень красивый городок. Городок маленький, туристический. Красиво оформленные дома. Поражает, какие красивые цветы и сколько труда вкладывают жители этих домов. Маленькие скульптуры. Дома в основном деревянные. Встретили такие кусты с огромными цветами. Не знаем, как называются. Сфотографировались. Ну, вот такие домики. Все для развлечения туристов, чтобы им нравилось, и они радовались и веселились. Много маленьких ресторанчиков, магазинчиков, картинные галереи местных художников. Маленькие кафешки, очень много кофеен. Прогуляйтесь с нами вместе по этим красиво ухоженным и украшенным улочкам маленького городка Кэнон Бич. И, конечно, вдохните свежего морского океанского воздуха вместе с нами. Ну вот и все. До свидания, Кэнон Бич. Спасибо.